на Open World 2019, и равно как и сегодня, было сказано о наиболее важных, наиболее передовых разработках Oracle, которые мы предлагаем заказчикам. Первое и самое главное – это продолжение нашей, продолжение развития Oracle клаудной инфраструктуры. Соответственно, это второе поколение дата-центров, которое обеспечивает гораздо большую производительность облачной инфраструктуры по сравнению с предыдущим нашим первым поколением и по сравнению с конкурентами. И самое главное, что является номером два, это использование нашей Oracle облачной базы, автономной базы данных, которая является действительно революционным подходом к базам. В качестве платформы для создания клаудной инфраструктуры второго поколения мы используем анонсированную сегодня машину баз данных следующего поколения Exadata X8 и Exadata X8M. С точки зрения следующего тренда, о котором мы сегодня говорили, это все, что касается продуктов по безопасности. Еще одна из новостей, которая у нас точно так же сегодня была анонсирована, и это очень важная вещь, это программа Always Free. Это программа, которую может принять любой человек нашей страны, любой человек в мире. И в рамках этой программы человек может получить на портале Oracle базу данных в бесплатное, в том числе вечное использование. Представляете себе, каждый человек, который захочет использовать базу данных Oracle, может получить это бесплатно. Вот я считаю, что вот эти ключевые тренды, ключевые новости, ключевые продукты, о которых мы сегодня говорили, и являются нашим подходом к рынку сегодня.